что же он у этого Аникеева ищет, а? Что найдет? Все надзиратели за небольшую плату передавали записки заключенным. Но думаю, что не все они дошли до адресата. Их и нужно искать. Жанр этот эпистолярный, так что чем больше прочтем, тем больше узнаем. Говорите вы гладко, Александр Карлович. Только по какому праву я вас слушать должен? По указу его превосходительства генерала Бенкендорфа, вы теперь под моим началом. Пистолярная, Лав Петрович. Это значит, пистоли всегда должны быть под рукой. Чего же Илья Алексеевич записку не передал? Не было возможности. У вас замечательный альбом, Аглая Андреевна. Только вот две страницы. Тут элегия была одна. Алеша сказал, чтобы вырвала. Теперь в него уже никто не пишет. Ко мне теперь редко заходит. А что, капитана Ушакова давно не встречали? Кого? Я полагал, что он вам знаком, и элегию эту вам оставил. Нет, элегия — это капитана Кислицына по чину. Он все новые стихи собирает. Ой, это не надо было говорить. После нашего с вами разговора обращался ли к вам плацмайор Аникеев с какими-нибудь вопросами? Откуда узнали? А плацмайор тоже к делу об убийствах касательство имел. Видно, вместо меня желал злодея найти. Мы не питаем симпатии друг к другу, мадам Собенская. У нас разные идеи. Цель одна – освобождение России и Польши. Освобождайте Россию. Мне достаточно Польши. Он вас об Ушакове расспрашивал? Об его знакомствах в Петербурге? Его интересовало, не узнал ли я кого из крепостной охраны, знакомых Ушакову. Так. Ну и что же? Нет. Не узнал. А как же граф Витт? Он не переживет предательство. Предатель тот, кто выбирает место себе в угоду. У меня же нет выбора. А знала Ушакова Каролина Адамовна Собанская?
Почему про нее спрашиваете? А вы поведали следствию обо всех членах Южного общества? Да. О деле нашем будут знать только я и подполковник фон Пелин. Видите, в чем дело? Плацмайор Аникеев имел привычку оставлять у себя записки от арестантов, которые попадали к нему в руки. Вам страшно? Разве могут пугать слабую женщину каторга и эшафот? И мне страшно. Вот одна из ваших. Я не буду упоминать КС среди имен заговорщиков. И соглашусь с вами, что шаги по сокрытию дела ее должны быть предприняты. КС. Это Каролина Собанская. Когда все закончится, мне следует уехать? В Англию. В Париж. Надолго. Навсегда. Кому писали? Кого найти желаете? А вот кого желаем, того и найдем. И против вас всегда правы будем. Я не хочу быть правым. Я хочу быть услышанным. Я действительно рассказал наследствие о многих, кого уважал и любил. Их имена должны остаться в истории. Но сейчас, глядя на вас, мне приятно осознавать, что мое единственного свидетеля знания оборвет пуля или петля. Есть в этом какая-то поэзия. Сена. Мыши не беспокоят? Куда? Я никуда не хочу. Домой, ваше благородие. Прошение помилования самим государем подписано. Как же это? Как же это? Как же, голубчик? Поговаривают, что другой наш прошлый сиделец, господин Башняк, слово за вас перед его превосходительством господином Бенкендорфом замолвили. Стихи-то вам зачем? Любитель. Ходит, если скажу, посадите? Что это вы так все в тюрьму рвете, капитан? Не арестовали меня. Друзья доносчиком считают. Ну так если скажу, посадите? Посадить. Как вырвало и что на меня нашло. Даже стихов не помню. Что-то неугодное папеньке. Он очень зол был. Среди тумана над Невой глядит в окно мне лев угрюмый. Главу склоняет тяжесть думы. Я пленник, тихий пленник твой. Мой мир, где плещется вино, где говор женщин суетливых, живых, но не таких счастливых, забывших о себе давно. Моя судьба предрешена, твоя оставлена на воле. И для меня нет легче доли знать, кем начертана она. Позвольте, это Дмитрия Кузьмича Ушакова стихи? Вы знакомы? Думаю, Дмитрий Кузьмич хороший поэт. Он очень милый и очень больной человек. Теперь еще и голос потерял. Мундир себе зачем-то заказал и в обнове пришел. Кто такая-то КС? Не знаю. Зачем ему мундир?
Он же в отставке. Говорите быстро, мне некогда. Оперировали вы некоего Ушакова? Не помню. Что с ним? Пуля во лбу. Справился у главы больницы, на такие операции только вы решаетесь. Не помер еще? Бегает. На перевязку не пришел, думал, что помер. Если после операции выжил, то обездвиживание его в ближайшее время неизбежно. Омертвение мозга прогрессирует. Наука и процессы сии мало изучены. Я ему порекомендовал дела свои в порядок привести. Так он дал понять, что у него всего одно дело осталось. Я еще удивился, что дело только одно. Благодарю. Окажите любезность, если отловите. Попросите его завещать тело свое нашей больнице. Держи ногу. Успокой. Няня! Нянечка! А мы сейчас ужинать будем. Еще один прибор поставьте. Ну же, Илья Алексеевич, скажите что-нибудь. Умолкни, ропот малодушный, гордись и радуйся, поэт. Ты не поник головой послушной перед позором наших лет. Илюша, Илюша, какой ты мне дурак. Среди тумана над Невой глядит в окно мне лев угрюмый. Суетливых, живых, но не таких счастливых, забывших о себе давно. Давай, давай. Сейчас насмотришься на меня. Ты такой красоты в жизни своей не видел. Ну. А знаешь его?
А тебе-то он зачем? Стало быть, знаешь. Мало ли кого я не знаю. Может, шумнем? Для разгону. Милая моя, я же болен. Так и я чай. Нездорово. Ай! Ай! Ах ты! Ай! Закрывается. Доброе утро. Чем обязан в свой ранний час? Ваше превосходительство. Ушакова упустил. Тоже мне третье отделение. Инвалида поймать не можем. Есть еще одно. Вот. Нашел под кроватью. Это что? Лепесток розы. Немного завял. Ну так лето. Этих лепестков по всему Петербургу набросано. Однако из этого лепестка следует, что господин Ушаков торопится и, боясь в скором времени умереть, выбрал для себя более важную, финальную из стихотворения Пушкина цель. Ну и какую же цель он выбрал? Государь, ваше превосходительство. Вы такой вывод из этого лепестка сделали? Это лепесток редкой розы Альба. Жену государя, императрицу Величества Александру Федоровну, в семье при прусском дворе именуют Белая роза. Это ее цветок. Альба высаживает только в Петергофе и в садах царского села. Зачем инвалиду посещать столь трудные для себя места? И еще покупать новый мундир. Вот тебе и стишки. Ямбы-блямбы. Новый мундир. Лепесток розы, стихи.
Вам не кажется, что сегодня попахивает дурным французским романом? Ну и какие же строчки он для меня приготовил? Все зависит от того, какую казнь он для вас выбрал, Ваше Величество. Замечательно. Пока, Ваше Величество, вам следует поменьше бывать на людях. Меня Бог хранит, Александр Христофорович. Впрочем, государи российские потихоньку отвыкают помирать своей смертью. Печален пример отца моего, Павла Первого. Брат ваш старший, Александр Павлович, всей участи избежал? Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге. Тоже Пушкиным писано. Мало ему ссылки. Я Егорыч. Камердинер брата моего, Егорыч, сказал, что слышал, как лекаря, что тело в Таганроге вскрывали, говорили о возможности отравления. Николай Павлович говорит, вы разговор врачей об отравлении слышали. Ну и вякнуло один таганрогский про отравление. Яков Васильевич Вилли, личный медик, его данный разговор не подтвердил. Ответил весьма туманно про какую-то жидкость в мозгу. Какие-то не те травы ему подсунули. Так остальные его насмех подняли. А чего же, Ваше Величество, подозрения своего не сделали достоянием Следственной комиссии? Не желаю продолжения подобных традиций в нашей семье. Лишь безмерное доверие к вам позволил мне высказаться. Как врача звали? Присядкин. И где теперь этот Присядкин? Нигде. Еще до отъезда нашего из Таганрога кашей подавился. Грешневый. Стало быть, и вам осторожен быть следует. А я кашу не ем. Ну, заходьте. Я уж убралась. Пряжников, там посмотри. Значит, комнатку сдаешь. На одной красоте чай не разжиреешь. Ну да. Гнилой. Гнилой кровью пахнет. А это он все головой вниз лежал. Чтоб кровь, значит, лишняя выходила. Кто же его кормил, ежели он лежал? Так товарищ захаживал, кашу приносил. Раков. Раков? Угу. Разглядела товарища? Со спины только. Каков же со спины? Ну, жопка такая, ничего. А глаз вот злой. На жопке? Ты меня на слове-то не лови, папаш. Я и так на все готова.
А вот и пуля. А вот еще одна. Стрелял издалека. Вот и не попал. Ряжников, ступай-ка на улицу напротив. Посмотри, нет ли пыжей. Спицын, а ты на морскую. Раков купи. Но только не таких комаров, как в прошлый раз. Ступайте! Тут что висело? Мундир новёхонький. Ни разу не надёванный. Он все, что осталось от имения, на него и потратил дурашка. Тренируйтесь, Александр Карлович. Разумно. Вы, если я не ошибаюсь, в 12-м году повоевать не успели. Оружие толком в руках не держали. А хотите урок? У меня мало времени. И тем не менее, урок я вам дам. Ангард. Ступай. Есть у меня один человек в вашем третьем отделении. Спокойнее, Александр Карлович. Спокойнее. Алис Кремля. Так вот, человек этот известие принес, которое меня весьма обеспокоило. Я записки полковника Пестеля, что в бумагах покойного плацмайора Аникеева найдено было. Что за записка? Вам ее не показали? Ни Лавр Петрович, ни Бенкендорф не доверяют доносчику, да? Не доверяют. Что за записка? Вон называй пана Клина Лакар. Что за записка? В записке Пестеля, как заговорщик, упоминается некая КС. Кому записка писана? Если бы знать. Однако, боюсь, Каролину Адамовну ждут серьезные неприятности. Достаточно будет одного свидетеля, который имя ее назовет. Тогда и ваша голова скачет. Ну нет. Из-за себя я бы к вам не пришел. На каторгу в кандалы, но не к вам. Поэтому мой урок дорогого стоит. Vous êtes imprudent. Каролина Адамовна должна уехать. Ваша любовь доведет ее до висельницы. Я вижу, урок не прошел зря. Знаю, что не по правилам. Однако побеждает не тот, кто правила соблюдает. Встать! Встать! Начальник должен знать. Я же ваше высокопревосходительство. Где записка? Записка. Записка. Сейчас. Записка. Записка.
какие по ней были предприняты действия? Так без вашего разрешения, как же можно... Ушакова ищите. Он еще в городе. У нас еще надзиратели. Не все опрошены. Ушаков. Так может, утопить его, Лав Петрович? Ну, как этого, в Бердищеве. В тазу? В тазу. Сопли подотрите. Помню, ты мне записки передавал, когда я в крепости сижу. Один раз на копейку позарился. Деток кормить надо было. От полковника Пестоля записки носил? Вот сейчас о детках подумай. Был грех. Кому передать следовало? Подполковнику фон Пелин. Он в соседнем крыле сидел, рядом с вами. Где сейчас фон Пелин? По этапу сегодня отправлен, в Сибирь. Александр Карлович, Каролина Адамовна, хорошо. Вот бы сейчас в Одессу, а? Повернем? Что за нежданную прогулку вы затеяли? Не хмурьтесь, Саша. Все позади. Следствие, приговор. Теперь все хорошо будет. Вот мы едем с вами, и я понимаю, что все будет хорошо. Фролка до Одессы далеко? Так это, как говорится, одной ногой уже в Одессе. Может, действительно повернем? Мон Дью, что за почерк? Среди тумана над... Растягивался. Не понимаю. Вы предполагаете, что это стихотворение мне посвящено? Вот еще. Этот почерк мне знаком. А вы знали Ушакова? Полковник фон Пелин, вам знаком? С Пестолем дружу в дом. Ушакова на Кавказе воевал. В свете государя Александра Павловича до самой его кончины состоял. Не помню. Очень хочется, чтобы он вас не вспомнил. Отмучился сердешный. Отпустите меня, Саша. Простите меня сейчас. Это нехорошо обманом вести. Разойдись! Дай дорогу! Фон Пелин, в твоей партии, братец? Фон Пелин, здесь? Пелин, хоть. Роздых! Роздых! Позвольте представиться. Башняк Александр Карлович. Мы могли встречаться с вами в Одессе. У вас не найдется тряпицы, кандалы, ноги трут? А, позвольте я. Не надо. Каролина Адамовна.
право, не стоило. Не стоило. Позвольте. Не стоило. Нам подвод не подогнали. Говорят, на следующем постоялом дворе подводы. Вот мы идем. А вы еще похорошели. Невозможно более. У меня будет ребенок. От графа Вита. Прекрасная новость. Передайте ему... Впрочем, что я могу ему? О чем спросить хотели? Что можете сказать об Ушакове? Дмитрий Кузьмич? Герой Кавказа. Недюжий смелости человек. Были в приятельских отношениях? Нет, он и до ранения товарища не держал. Как он пулю получил? Унтер-офицер из-под огня вынес. Фамилию унтер-офицера помните? Не, не при мне было. Он его уже мертвого вынес. Без головы. Довелось общаться с Ушаковым после вашего ареста? Нет, я в тюрьме был. Да и сейчас вот занят. С Каролиной Адамовной встречались в Таганроге за несколько дней до кончины императора Александра Павловича? Разве это запрещено? В вашей тюремной переписке с Пистолем упоминается некая КС и ее дело. Все это эхо мятежное, Александр Карлович. Где кровью откликнется, где слухом и катится, себе отдается. Нечто эхо поймать можно. КС — это просто инициалы. Просто женщина, которую мы знали с Павлом Ивановичем в лучшие времена. Объем! Шагом! Это вы отравили государем? Разве он был отравлен? Не поминайте лихом, Каролина Адамовна. На нарах сено свежее. И отдохнешь, отоспишься. О, тут уже пьян. Столом. Ну ты идешь. Лево нам туда, слева. Вот, давай, туда иди. А чё? Свободы хочет. Тут башняк, ну и... Любит Нашлав Петрович еще, чтобы ему вера была. Он же у нас врун первостатейный. Я все слышу. Барину отсюда. Толстый. Толстый, да ну то сам. Фамилия как? А что?
праздник! Участок пройти желал. Спицын! Ряженьков! Сюда! Вам придется уехать, Каролина. Скоро Лавр Петрович доберется до Пумпелина и все из него вытрясет. Говорят, некоторые жены заговорщиков изъявили желание поехать с мужьями своими на каторгу в Сибирь. Правда ведь и глупо? Саша! Вы меня сегодня предали. Я уеду! Завтра же! Непременно уеду и забуду вас! Может быть, не сразу, через какое-то время! А вы будете помнить! И ревновать! Ревновать так сильно, как никогда не любили, Саша! Вы пожалеете! Но будет уже слишком поздно! Вы уже жалеете, Саша! Наказать подлеца. Дело чести. Да и стреляете вы отменно. Как бишь его фамилия? Башняк. Бросьте, капитан. Прапорщик, может, и вовсе не желает. Как-то не желает. Я желаю. Я ему даже в крепости дуэль обещал. Право, как-то неловко. Он ведь хлопотал за меня. Да, замазал вас знатно. Что ж, я все устрою. А дальше видно будет. Я как его увидал, сразу понял, что он вылитый, как на картинке. Сколько солдат-то нагнали? Пущай боевой и арестовывали. Сам хочет, чтобы, значит, башняку нос утереть. А вот ежели, к примеру, мы его спымаем, нам тоже дадут? Что ж дадут? 1000 рублев. Держи карман, не порви кафтан. Вот и я о том же. Че за брюхо-то держишься? Струхнул, что ли? Пучит. Пучит. Вот она. Дверь. А за ней окно и еще окно. Там он. И вы это, с опаской к нему. У него ручище и пистолет заряженный. Автка, да? А ты что, рожа? Зарубь! Отечеству послужить захотел. Так обещано же было. А хочешь, я тебе в уплату ноздри вырву? Ноздри-то очень много. Так это я вам еще должен останусь. Ряженьков, доставай пистолет. Порох не оцелил. Приезжайте, Лавр Петрович. Твоя-то где пистулина? Как же ты ей махать собрался? В бараках?
Пуля-то она что, раз и нет. А этой махай, хоть в бараке, хоть в буераке. И ночи тут не ночи. Все как на ладони. Бежит, руби. Как? Пополам. Думай. Ну, барин, получай на орехи. Не он. Почерк ровный. Писано по-французски. Шери Каролин. Ну, заварно сили Эльфруа. Вот ведь люди, не думая, пишут всякую похабель. Он здесь был. Вот она. Эпистолярия. Эпистолярия.